Меня зовут Антонина. Я вас всех приветствую на своем канале «Дачный сезон. Круглый год». В этом коротком видео хочу сделать обзор своей рассады по состоянию на 30 марта 2018 года. Это рассада баклажанов. В этом году высеяла 3 сорта. Сеяла 26 февраля. Это самые первые мои были посевы. Сеяла в улитку. И в состоянии двух семядольных листочков пересаживала свои баклажанчики в стаканчики. Стаканчики с баклажанами подписывала водостойким маркером сразу на самих пластиковых стаканчиках. Подобрала одинаковые по размеру ящики пластиковые. На дно выстилаю в два слоя пленку, обязательно в два, на всякий случай, вдруг где-то какая-то дырочка и протечет водичка при поливе и замочит подоконник. У меня баклажанов 40 штук, это два ящика. Этого количества мне хватает для семьи. На подоконнике под ящиками лежит изофол. Ну, можно что-то другое, просто у меня были такие полоски изофола от чего-то остались, от брудера, когда мы делали. И вот такие вот полосы я проложила на подоконник. Это сладкий перец. Тоже сеян в улитке 26 февраля. Проращивала я семена в улитках под своим импровизированным парничком. У меня есть видео, как использовать домашнюю электрогрелку для проращивания семян. Можете посмотреть. Всходы были дружные, всходы были быстрые. Мне нравится так проращивать. Пикировала в стаканчике тоже в состоянии двух семядольных листочков. Это уже я перешла на другой подоконник. Перцев у меня 80 сладкого и 20 горького. Горький держу совершенно отдельно. И в улитках отдельно сею. И вообще в стаканчике пикирую тоже совершенно отдельно. В другом, даже на другом окне, в другой комнате стоят. Это помидоры. Помидоры я начала сеять с 1 марта и сеяла их 2 дня. Это первые помидоры. В этом году много разных сортов, поэтому каждый стаканчик подписан. Каждого сорта у меня по 4 стаканчика. Помидоры позже сеянные, позже пикированные, тоже в состоянии двух семидольных листочков. Я не придерживаюсь правила, что нужно ждать настоящие листочки. Любая рассада, если за ней правильно ухаживать, хорошо приживается, ну скажем так, в любом состоянии. Или уже с настоящими листьями, или еще с семидольными. Так что это не самое главное. Главное не перелить, дать укорениться. Обязательно проводить рыхление почвы и регулярные, но щадящие, скажем так, поливы. Помидоры, это уже следующее окно. Здесь у меня в этой комнате находятся цыплята в брудере. Так что будет дополнительное озвучивание. Вы слышите, как они там пищат. Это помидорчики. Вот пикирую помидорчики в стаканчике. Я медленно, постепенно, по мере возможности. Если высеваю, я стараюсь сразу, то пикирую я могу растянуть и на 10, и на 12 дней, как у меня получается по времени. Вот такая моя рассада по состоянию на 30 марта. Уже я все подрыхлила,
Теперь жду первой подкормки где-то через 2 недели после пикировки и ждем солнышко. На этом пока все. Смотрите дальше мои полезные видео. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока.